Всем привет, ребят! Мы угадываем скиллы из первой доты. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк. Ты играл вообще в первую доту, и когда ты последний раз играл в первую доту? Да, играл. Но как только вторая вышла, я перестал играть. Во вторую я начал играть в сентябре 2011 года. Ну, то есть примерно летом 2011 я перестал играть в первую доту. Никогда не заходил. Я начинал вообще играть в WoW. И потом только перешел на вторую доту. Что первая дота для меня вообще не знакома. Ну, Готика 2, да, играл. Ты начал играть где-то, получается, в 2009 году, да? Например, я помню, был патч 6.66. Да, я с первой доты начинал. Года 2, может 3, может больше. Не, 2-3 где-то, может меньше. Я во вторую начал 2014 играть, после этого вообще не заходил. Ну, может так, чтобы вспомнить, а так. В последний раз, когда года 2 назад, 3 назад заходил. Я сикап там с друзьями часто играем в кастом всякие. Ох, это я... Мне кажется, что я это помню. Но... По идее, это палка Вич-доктора, нет? Ульт. Нет? Так, к сожалению, не играл в первую доту. Так что даже не знаю, с чем сравнить. Фиолетовый спелл. Может, это какой-то сайленсер? Ну вот и посыпался я, все, получается, можно закрывать это шоу. Так, ну, может быть... Ланая какая-то? Она же фиолетовая, может, какой-нибудь... Нет, не Ланая. Так, ну давай попробуем Войда. Тоже не Войд. Ну вот картинка знакомая, серьезно. А вспомнить... Что же это за герой? Окей, Рики? Тоже не Рики. Не знаю, Свап Винги. Yes! Ну ничего, значит, я не так плох. А, Винга? Да, это Винга. Что, Винга? Это Свап Винги вроде? Да. Какая жесть. Это Котл, нет? Это не Котл. Какой-то посох. Не знаю, с полцемки? Нет. Какая-то тут... Какие-то деньги, какой-то посох, откуда это может быть? Это кто-то из магов, вспомнить бы. Ультлина выглядит, по идее, по-другому. Омник? Нет. Каймаг? Тоже нет. Почему мне этот Котл в голову пристал? Понимаю. Машуде? Тоже нет. Пак? И не Пак. Оракл? Нет. Ну, не знаю, там, сайленсер? Тоже нет. А, ну Чен тогда? Да, это Чен. Блин, вроде это спал Чена. Да. Чен. Нифига себе, легко. Это Трент? Нет. Это... Что это такое? Это Роза? Это Роза, да? Кидаем Розу. Блин, я не знаю, может быть, конечно... Если чисто предположить, потому что на самом деле я такой скилл, либо у меня это из башки вылетело, либо уже это какой-то из тех героев, когда я уже перестал играть. Возможно, это просто Dark Willow какая-то. Нет. Для меня, мне кажется, все сложно будет. Роза, но это, скорее всего, переспал Willow. Нет. Типа что Роза эти кидает. Это кто-то из старых. Блин, какая знакомая картинка. Ну, это Роза. Ее называют розами. Розы называют что у нас, получается? Розы есть в Dark Willow. Да, получается. Это не Dark Willow. Соответственно, кто еще у нас розы кидает? Розы кидает у нас... Кинуть розочку, это... Гримстрок? Не знаю, может быть, третий грима? Нет. Ворок? Нет. Да не сдамся, русские не сдаются. Ну я сейчас пройдусь по всем героям. Кинуть розочку. Вот это знакомая реально фраза. Кинуть розочку. Розочку. Кто это у нас? Это у нас... А, ДС? А, ну ДС будет пятеркой, да. Да... Бэтрайдер? Тоже нет. Так. 3, 4, 5... А! Погоди. Или нет? Нет. Я подумал, что меня осенило, но потом не осенило. Ну блин, ну ты сбиваешь, если это какая-то инча, то... Нет. Дасл? Нет.
блядь, что это? Энигма, правильно? Да, да, это Энигма. Я туплю. Это разочка Энигма. Да. Разочка Энигма. Все, я понял, это Энигма. Все. Это Энигма, я понял. Ну, мы там вырежем все мои мучения 10-минутные. Толян всегда говорил, что он олдпак, а на самом деле олдпак тут я. Похож на Гра. Это Огр? Нет. Это... Кто это? Я помню этот скилл, кстати. Это иллюзии Пэла, по-моему. Ульта его. Это не иллюзии Пэла? Это иллюзия, но не Пэла. И кто ты такой страшный там, кто в первой доте был? Так, ну это... Трабоид? Типа нет. Иллюзия? Пэл? Нет. Кто у нас там создает их? Когда Аркварн был, это там не Аркварн, я помню этот скилл. С ума сойти, но он так похож на Пуэлла. Это не Фантом Лансер? Нет. Почему не? Кто у нас еще создавал иллюзии? Это Доппель Джаггера. Ой, не Джаггера, а Пуэлла. Нет. Но это очевидная иллюзия чья-то. Ну, Наги другие точно были. Да, это не Нага. Это... Пэл? Нет. Хоуст Найт, скорее всего. Да, это... Да. Час Найт, наверное? Да. ЦК. Да. Да, ЦК. Я понял, короче, кто это Час Найт? Стардар? Нет. Это что-то такое вроде было. Кувалдой по башке. не помню. ЦК? Нет. Это Баш Вайда. Нет. Зараза, а я так уверен был. Синий молот. Свен? Тоже нет. Наверное, Баш Садара? Нет. Блин, это что-то такое знакомое. Башер? Башер, говорю, этот Бара? Перед Брейкер? Да. Кто там Башел-то еще? Баратрум. Нет, Баратрум это... Баратрум, да. Баратрума Баш? Да. Барыч, точно. Баратрума. Так, синие крылья. Если это крылья. Не знаю, спектра? Нет. Дарксир? Нет. Тут на самом деле пальцы в небо, потому что я вообще не понимаю, что там нарисовано. Дизраптор? Нет. Это может быть Пугна? Нет. Варды Раста? Нет. Аппарат? Нет. Визаж? Тоже нет. Шторм? Да. Это Ремнант Шторма. Это Вортекс Шторма вроде. Шторм. Да. Ух ты. Пушка. У кого есть пушка? У снайпера есть пушка? Это снайпер. Да. Это ульта снайпера. Это ульта снайпера. Снайпер. Это похоже на какой-то шурикен. Зеленый шурикен. Сайленсер? Нет. Баунти Хантер есть. Тоже нет. Тут несколько вариантов. Это либо кинжал Матретки, либо Импетус. Ну, герой, очевидно, зеленый, да? Или какой-то... Один из них зеленый, второй нет. Вайпер тоже не похож. Либо Вайпера, либо Веника. Что-то такое ядовитое. Это Вайпера ульт, да. Это дротик Акаши. Это дротик вроде ульта была. Вайпер. Это Вайпер. Так, я помню с кем. Вроде бы как. Я помню это. Кто же ты кто? Ну, это копье. Нарисовано копье, значит, да. Давай перебирать всех, кто может метать копье. Банальная дедукция, да, у нас? Марс! Нужно вспомнить, у кого такое копье есть. Бог рандома, давай это будет... Бристл Бэк. Нет. Свен. Тоже нет. Магнус? Нет. Может быть, какой-то Свен? Так ты же называл уже, не Свен. Я называл. Как же это бесчестно с вашей стороны мучить людей картинками, которые последний раз я видел в лучшем случае 10 лет назад. Кто же ты можешь быть? Кто-то из вот этих, да, Мирана, Верка, там еще есть. Че вообще в голову ничего не приходит, если честно. Без понятия, вот тут нет идеи. Это, может быть, этот, Клокверк? Да. Это хукшот Клока. Это Рейс Шадоу Финда.
А, нет. Это, этот скилл я никогда не забуду. Это просто имбовый жадина. То есть он же лайфстиллер в текущей доте. Найкс. Ульт Найкс. Это пассивка Гули. Найкс. Где-то я это видел. Ты лишь шаг? Нет. Койл либо SF, либо Койл Абадон. У них вроде одинаковые были. SF. Да. Может быть это Shadow Fiend? Да. Это SF. Вич Доктор, скорее всего. Нет. Варлок. Тоже нет. Это тоже помню. Вот точно помню. Блин. Почему-то первая мысль у меня была Бэйн, но я потом отказался от нее, потому что это вроде не Бэйн. Вич-доктор? Нет. И не Бэйн? Это Бэйн. Бэйн, да? Да. Первая мысль была Бэйн и... Бэйн? Да. Это слип Бэйна? Бэйн? Да. Да. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и болейте за нас в предстоящих матчах.